Последние годы флагманская линейка Jordan Brand набирает обороты. В сезоне 19-20-34 Джорданы заняли первое место нашего рейтинга. В следующем сезоне 35-й Джорданы заняли то... Блядь, ты не видишь, я записываю, что тебе надо? Ты видишь, у тебя кроссовок. Чё, блядь, кроссовок. Ты не видишь, я записываю. Какой кроссовок? Ты что, перетренил, что ли? А я его везде ищу. 36-й Джорданы. На тестах. Let's go! Ну что ж, начнем, наверное, с главного козыря этих кроссовок – вентиляции. Основная часть корпуса выполнена из сетчатого плетения Lena Weave, имеющего достаточно редкую вязку по меркам баскетбольных кроссовок, без какой-либо дополнительной набивки. При этом кроссовки можно увидеть буквально насквозь. Я, кстати, наглядно это демонстрировал в нашем инстаграме, так что советую подписаться, если еще не подписан. Соответственно, если уж свет так проходит сквозь кроссовки, то воздух-то тем более. 36-е пропустят больше воздуха, чем твои носки. Что касается размера, то тут следует отметить, что кроссовки мало мерят, но опытные в этом деле ребята из магазина Funky Dunky специально выслали на пол размерчика побольше, и они сели идеально. Что касается общего комфорта, то несмотря на отсутствие набивки в передней и средних частях кроссовок, они не требуют времени привыкания и в целом не доставляют дискомфорт. Сетка хоть и твердая, но достаточно податливая, она не упирается в стопу при сгибании. А в задней части имеется добротный слой набивки до самых бортиков, так что тут все мягко. Игрокам с широкой стопой и высоким подъемом 36-е дискомфорт не доставят. Но важный момент — это то, что, как и предыдущая модель, из-за внутреннего супинатора они не подойдут игрокам с плоскостопием. Этим ребятам приходилось покупать дополнительные стельки. Шнурки, кстати, не передавливают за счет мягкого язычка, в котором, кстати, тоже присутствует отверстия для вентиляции. Ну вот, к слову, почему кроссовки не получат 100 баллов за комфорт, потому что один раз произошел следующий факап. Вот эта вот петля, после того, как я надел кроссовки, металлическая изнутри, это, конечно, очень классно, что она металлическая, но она вот так вот давила мне на косточку, когда я затянул кроссовки. Но как бы это не происходит постоянно, потому что просто это надо учесть, и язычок на это место положить, заправить. И тогда этого не происходит. Но тогда я как-то вот так вот затянул их. Как-то так, не знаю, как так получилось. Но она давила мне на кость. И было неприятно. А так было бы, конечно, соточка. По всей длине подошвы пролегает подушка Zoom Air Strubble. Поверх нее в передней части расположен дополнительный баллон Zoom Air. Это сочетание превосходно справляется с гашением нагрузки, при этом не теряет чувство корта. Кто машина? Да. Кто машина? Так ты что, это моя суперсила. Я только на камеру хорошо и делаю что-то. Я поэтому ее всегда с собой таскаю. Но это все в носке, а вот в пятке всего лишь Air Zoom Strubble, который пробивает пятку при даже небольших выпрыгиваниях. Не то что на данк, просто ты чуть-чуть прыгнул. Если ты приземлишься чисто на пятку вот так, то ощущения будут не самые приятные. Вот почему за 16 499 рублей нам не влепить сюда хотя бы маленький дополнительный баллончик Air. Даже не Zoom, просто подушечку какую-нибудь. Тогда было бы, конечно, круто. Ну или пены хотя бы побольше, пены. Ну а так, к сожалению, это не дотягивает до классной амортизации. Но отдельный респект хочется выразить пластиковой вставке в средней части, которая добавляет немного энергии при беге и выталкивании. Рисунок протектора выполнен в виде елочки с переменной частотой. Сам материал на моей расцветке – это Icy Soul, на других же он может быть из обычной резины. Вообще кроссовки буквально прилипают к паркету. Вот послушай. Но
Но, конечно, с таким же успехом к кроссовкам прилипает и пыль. Но протестировав их на разных покрытиях, в том числе и на более пыльном паркете, я убедился в том, что кроссовки вгрызаются в паркет, и мне даже не приходилось их протирать ладошками во время игры. Я подумал, неужели это десятка? И пошел специально нашел самые пыльные места в зале, потоптался на них, и после чего у меня все-таки начались микропроскальзывания. Но в целом терпимо. Материалы флагманской модели Jordan Brand, естественно, использованы самые премиальные. Чего только стоит новое прозрачное плетение Lena Weave, это как минимум прикольно, но по факту еще и технологично. Собраны кроссовки хорошо, клей не виден, нитки не торчат, все линии ровные. Вес Air Jordan 36 составил всего 440 грамм в размере 12 US, и это при условии, что это высокие кроссовки. Что касается долговечности, то, естественно, самый первый вопрос, возникнувший в голове у человека при покупке Air Jordan 36, а не разорвется ли эта сетка под нагрузками за пару недель. Что ж, надо сказать, что плетение достаточно плотное, что-то наподобие лески, и по идее порваться, стереться или надломиться в местах сгибов оно не должно. Как минимум один сезон протянет. Естественно, речь идет про игру в зале. Единственное, что потеряло изначальный вид, это подстерлась эта полоска от внешних ударов, но, как мне кажется, она так еще стайловее. В носовой и пяточной части стопа зафиксирована плотно и не гуляет при перемещениях. Это обеспечивает неэластичный корпус, бортик с внешней стороны и твердый пяточный стакан. Так как это высокие кроссовки, можно сильнее затянуть галлик, но только помним о том, что тогда мы больше нагрузим колени. Благодаря пластиковой вставке кроссовки не скручиваются. А вот насчет устойчивости тут спорно. Вроде аутриггера бокового нет, но не сказать, что стопа прям заваливается на бок. Минусануть стоит лишь за то, что если ты приземляешься на пятку, да еще и с хорошего вылета, ощущения будут далеко не самые приятные. «86 баллов набирают 36-е номерные Джорданы, плюс балл респекта чисто от меня за крутость и экологичность нового материала. Модель идеальна для баллеров, играющих на позиции 2-х, 3-х и 4-х номеров. Всем, кто хотел хорошую вентиляцию, пожалуйста. Лучше пока не придумали. Всем, кто хотел легкие кроссовки, пожалуйста». Свою цену в 16 499 они не оправдывают, но с промокодом на скидку в 15% в магазине Funky Dunky цена опускается аж до 14 000, и это уже более чем достойное предложение. Ну а с вами был Kicks Contest, Леха Матрас, Fly White. Обязательно подписывайся на канал, подписывайся на наш инстаграм, где мы показываем, как мы данчим всякие новости про кроссы, на наш телеграм-канал, где мы выкладываем лучшие предложения на рынке по кроссовкам. Зверь, да? Всем peace, кушайте супчик.